Свежие кадры обстрела мирного Донецка из градов. Разрушенные дома, сгоревшие машины и человеческое отчаяние. А так, украинские военные, по версии кремлевских пропагандистов, якобы издеваются над так называемыми ополченцами, так называемой ДНР. Это внимание на полученные ранения в украинском плену. Удары по голове, шее, грудной клетке были нанесены штык-ножом. Приученные за последних 8 лет к вранью Соловьева и Скобеевой, многие на Донбассе в эти ужастики верили. Вы, наверное, просто думали, что в плену будут издеваться, да? Они... Да. Да, ну, до этого, вроде, предшествовала информация, там, видео некоторые показывали. Уже вы верили в эту информацию? Ну, знаете, другой информации не было. Все ради того, чтобы вызвать ненависть и сыграть на чувстве справедливости. Война продолжается, а значит, нужны новые солдаты. И российские оккупанты гребут уже всех, кого только можно. И вот такие подробности про мобилизацию Соловьев в своем пропагандистском шоу точно не расскажет и не покажет. Где вы были мобилизированы? Город Донецк. А при каких обстоятельствах? Я обучаюсь на 4-м курсе Донецкого национального университета. Вот, и На специальность? На специальности международные отношения, исторический факультет. И, получается, мне сделали предложение, от которого я не мог отказаться. Воевать забирают просто из университета. Угрожают отчислением и даже тюрьмой, если не пойдешь воевать за республику. Призывникам говорят одно, а на самом деле происходит другое. Главою Донецкой Народной Республики было заявлено, что подразделения мобилизационного резерва не задействуются на передовую. В нашем случае весь период мобилизации мы только и находимся на ней. На оккупированных территориях мужское население уже давно играет в прятки, дабы не попасться в ряды доблестного ополчения. Там люди прячутся. Там прячутся, да? Конечно, да. Люди сидят по домам. Ну, то есть мужчины не выходят. В основном сейчас там либо подростки до 18 лет, либо старшие, сколько там, 75. Старики, да. Да. Либо женщины. А остальные реально? Остальные, да, прячутся люди. Россия последний месяц восполняла свои потери мобилизации в ЛНР, ДНР. Принудительная мобилизация, там действительно мужчин захватывали на улицах и отправляли воевать без какой-либо подготовки. Вот. Но уже и там начались большие проблемы, потому что люди прячутся, люди убегают. Студент, старик, больной – не имеет значения. Можешь держать винтовку в руках и стоять на двух ногах. Вперед защищать республику. Ввиду нахождения среди личного состава лиц с хроническими заболеваниями, лиц, являющимися опекунами, лиц, имеющих психические заболевания, многодетных отцов, с учетом длительности нашего непрерывного нахождения на линии боевого соприкосновения, возникает множество вопросов, которые вышестоящим штабом игнорируются. Я, Кутинов Максим Иванович, хронически болен. У меня диагноз пилонефрит. Я, Макеев Дмитрий Эдуардович, 2002 года состою в психоневрологическом диспансере на учете с диагнозом расстройства психики и склонность к суициду. Никому не важны, не нужны они абсолютные. Во-первых, они предатели изначально, то есть они... И отношение к ним в России такое же, как к предателям. Откуда все это идет, вот это стенание войска ДНР, ЛНР, даже те гражданские, которые вроде бы там в 14-м не брали в руки оружие, ну, в принципе, они-то предали свою родину, они-то в 14-м, ну, остались в оккупации. Сколько могут навоевать вот такие солдаты, никого не интересует, как и во время Второй мировой войны. Победу хотят получить любой ценой и просто давят не качеством, а количеством. Мы приводим к военной службе разрыва акроминального сочленения плеча. Также у меня тромбофлебит прогрессирует на ноге. Полянский Константин Георгиевич, 1968 года рождения. Оборван бицепс правой руки, паховая грыжа. Наполовину слепой, одним ухом не слышу.
теряют не только рядовой состав, а и высшие чины. В Луганской области рядом с трассой Бахмут-Лисичанск во время боя бойцы ВСУ ликвидировали очередного генерала. Командира армейского корпуса, так называемой ДНР, генерал-майора Романа Кутузова, известного своими зверствованиями в Сирии. Мобилизированных ДНРовцев расисты считают людьми второго сорта. Кидают в бой, как пушечное мясо. Те же, в свою очередь, не хотят защищать своих командиров и сдаются в плен. Ну, мы вообще даже не подозревали, что такое может произойти. Это просто людей на убой кинуть и так вот. Ну, это вообще даже не предательство, я не знаю, как это даже назвать. Единственный шанс избежать смерти, прямо скажем, это сдаться в плен. Меня брали без боя. Но я не вступал в бой, и я не держал никого на мушке. И, соответственно, я сдался. А матери их громко плачет от запоздалого раскаяния. Котика, я тебя люблю, котик. И я тебя люблю, мам. Прости меня, что я не отправила туда, котика. Все, не надо. Все хорошо, мам. Синочка, держись. На тебе капли крови нету, солнышко. Ты же никого не убивал, зайка. Тебя никого не убивал. Расставили. Мам. Я тут с ребятами просто планирую в Украине остаться. Оставайся, сыночек, ты гражданин Украины.